Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И в сегодняшнем видео я вам хочу показать свой заказ от компании Дом Триг. Это швейная фабрика, которая сама производит одежду для дома и не только, также постельное белье. В общем, очень много что у них интересного есть на сайте. Обязательно, девочки, посмотрите. У них отличное качество, и они осуществляют доставку по России, Казахстану и Белоруссии. Вы можете заказать доставку у них абсолютно любой транспортной компании или забрать самовывозом, что очень удобно. Я заказывала доставку Почты России, потому что мне просто так удобно. Ну, соответственно, расценки идут как по Почте России, да, как вот они обычно доставляют. И у них можно приобрести товаром как оптом, так и в розницу. Доставляют они от одной штуки, то есть минимального, как такового, от одной позиции, да, соответственно, вам привозят. Так что вы всю эту информацию можете посмотреть на сайте. Ссылочку на сайт я вам оставлю внизу в инфобоксе. Ну и давайте я вам покажу, что же заказала я. Итак, девочки, вот такой большой мешок мне пришел. Я сейчас все разложу сюда на кровать, распакую, чтобы вам не шуршать пакетами, и покажу, что же там у меня интересного пришло. Давайте, как всегда, по традиции, начнем с моих мужчин. Куда я без мужчин? У меня их четверо, так что да. По крайней мере, в доме сейчас четверо. Заказала я своему мужу вот такую толстовку. Это такая утепленная толстовочка. То есть, видите, она с начесом. Там на сайте так и было написано, что она с начесом. Я заказала 56 размер, побоялась, что будет маломерка. Вот видите, 65% хлопок. Толстовка мужская, трехнитка. Вот такая вот. Но вы знаете, вот я сейчас смотрю, она будет мужу моему, наверное, свободненько. Но это даже хорошо. Под что-то поддевать. Здесь идет молния. Кстати, молния очень хорошая. То есть такая фурнитура достаточно хорошая. Хорошо очень прошита. Идет, значит, капюшончик. Вот такой капюшончик без начеса, но он как бы получается как двухслойный такой. То есть там внутри еще, ну, как бы два слоя, да, сделано таких. Вот такая расцветка. Ну, как всегда, черная мои мужчины все любят. И внутри она, получается, сделана вот так и сделана начес. Но вообще она очень-очень плотная. Мне кажется, это вообще вот прям на прохладную-прохладную погоду. На вечер отлично. И посмотрите, здесь сделан карман вот с такой штучкой, ну, чтобы они не убегали никуда. Вот так вот сделано. Тут тоже что у нас? Состав, да, сделано в России. Качество мне очень сильно понравилось. Плотное, теплое, девочки, мужчинам своим, конечно, это вот это просто огонь. Так, и еще одну толстовку я заказала мужу уже попрохладнее. Тоже взяла 56 размера. Но вы знаете, девочки, вот это реально 56 размер. Что та, что эта толстовка. То есть не маломерка, это 100%. Потому что, ну, мужу моему будет свободненько, но идет размер в размер. Вот это я вам точно говорю. Тоже идет вот такой капюшончик. Она уже тоненькая. Фурнитура идет. Тоже очень хорошая. Посмотрите, все ровненько сделано. Вот на слегка прохладную погоду отличные карманы. Здесь идут вот такие, как у такой вот толстовки, да? Вы поняли, вот такая вот. Не знаю, мне понравилось качество. Очень-очень хорошее. Вот, я думаю, что муж будет доволен. И муж у меня будет очень доволен, что не впритык, а свободно. Потому что он очень любит, когда вот кофты, брюки и все свободненько. Ну, это, наверное, многие мужчины также. У меня и племянник, и дети то же самое любят. Также мужу, девочки, я взяла вот такие брюки. Они тоже тоненькие. Это без начеса, просто обычные тоненькие. Тоже очень качественно сделано. Мне понравились. Они идут вот с такой серой вставкой, а с другой стороны не черной. Серая вот эта вставочка, здесь завязочки. Я тоже взяла 54 размер, но я думаю, что вот как раз штанишки ему будут вообще отлично сидеть. Здесь идут такие кармашки. Ну, в общем, классные штаны. Мне тоже очень понравилось качество, как все прошито, сделано. Вообще потрясающе. И точно такие же брюки, только 52 размера, я взяла для своего племянника. Вот, я тоже думаю, что ему понравится. Сейчас он примерит у меня, посмотрит. Муж что на работе, а вот племяшка дома, так что он все примерит. Все покажем вам. Тоже кармашки. Сейчас померим. Так, вот штанишки 52 размера. Повернись. Это мой племяш. Вот. Ничего, хорошо сидят, свободненько, да? Тебе нравится? Да.
повернись. Так что штанишки хорошо. Ну и дальше немножко для себя. Я заказала себе вот такие штанишки. Девочки, как мне нравится вот такая расцветка. Вот эта гусиная лапка, да, правильно это называется. Ой, я обожаю. Единственное, что там они были только 46 размера. Я взяла, думаю, ну, может быть, будут просто на мне свободно сидеть. Да, они идут, мне кажется, все-таки 46 размера. Они должны сидеть в обтяжечку, но на мне, наверное, не будут. Идут вот такие кармашки, и здесь резиночка. Тоненькие, хлопковые, очень классные по качеству. Ну, не знаю, подойдут они мне или не подойдут. Сейчас померю вместе с вами, посмотрим. Но то, что они мне будут свободны, это точно. Слушайте, девочки, мне прям очень нравятся эти брюки. Несмотря на то, что они мне... То есть они должны быть в обтяжку, вот так вот, я так понимаю. Да, но... То есть, ну, совсем, да, обтягивать. Но вы знаете, мне нравится вот такой вариант. Слушайте, я даже не хочу, чтобы они подсаживались. Смотрите, как классно. С белой футболкой дома носить. Они широкие, кармашки идут. Резинка здесь очень комфортная. То есть она вот такая. Не будет перекручиваться и ничего передавливать. Очень мне понравились эти брючки. Даже классно, что 46 размер. То есть если вы хотите, чтобы сидела примерно так же, да, чтобы было свободно, берите. Ну, я обычно 42 беру низ. У меня всегда 42. А здесь очень даже. И сзади даже неплохо сидят. Ну, тут бирочку надо оторвать, да? Слушайте, ну класс, такие свободные штанишки. Как мне нравится вот эта расцветка. Это вообще огонь. Мне кажется, я все хочу в гардеробе такой расцветки. Очень классные. Мне очень нравятся, девочки, слушайте. Вообще, с белой футболкой вообще огонь. И себе я еще 42 размера взяла вот такие милые шортики. Посмотрите, какие они классные. Слушайте, с белой маечкой, сейчас летом. Правда, нас погода не очень балует, конечно, но все-таки. И вот этот рисунок, он как немножечко такой прорезиненный, да, как джинсовые такие, но при этом они тоненькие, хлопковые. Слушайте, мне очень они понравились, классные, классные шортики. Вот взяла 42 размера. Девочки, вот шортики. Смотрите, как классно, симпатично они смотрятся. И тут, получается, размер в размер. Они с белой футболочкой, ну, не с такой, конечно, ну, ладно. С белой маечкой летом вообще очень симпатичные шортики. Они очень мягкие, резинка не давит, не пережимает. Она достаточно широкая, она вот такая вот где-то. То есть она не будет перекручиваться, что-то в этом духе. Но смотрите, как симпатичные, какие шортики. Классные. Немножечко они как бы сзади у меня топорщатся, но это даже хорошо. Вот такие шортики. Очень мне понравились вот эти. Смотрите, какие. Ну, симпатично же. Очень классно. И также взяла себе две ночные сорочки. Вот ночные сорочки. Качество просто потрясающее. Вообще, девочки, это... Такой тонкий трикотаж, который, ну, просто очень классный, приятный к телу. Здесь идет вот такой бантик, разрезик. Вот 44 размера. Я взяла специально, ну, чтобы было не в облипочку, чтобы было комфортно спать. Здесь получается вот это кружево прозрачное. И, вы знаете, у меня уже есть один такой светлый комплект с халатиком. Здесь я решила просто ночные сорочки. И здесь вот идет резиночка. Девочки, какие они классные, вот эти сорочки. Слушайте, вообще, почему я раньше не брала, я не знаю. Но они просто потрясающие. Здесь идут еще, ну, как бы такие, не то что выточки, да, вот такие, как защипы для груди. Подойдет на любую грудь, мне кажется. Вообще очень классный, мягкий, комфортный. Я заказала вот в таком цвете, он такой... как темно-сиреневый, да, темно-фиолетовый. И вот такой темно-синий цвет 44-го тоже размера. Ой, слушайте, ну вообще, он на самом деле такой темно-темно-синий. Очень классно, какие они мягенькие, качественные. Девочки, спать одно удовольствие в ночных сорочках. Я вам тоже примерю, покажу. Девочки, вот смотрите, синяя сорочка. Смотрите, какая у нее классная длина. 44 размер, вот прям отлично, просто отлично сидит. Здесь вот идет, получается, такая вставочка. Ну, то есть она подойдет и для большой груди, и для, ну, для любой груди, да. Такой разрез, очень классно, мне нравится. Я, правда, делала на нижнее белье, ну, как бы, чтобы не смущать совсем никого. Вот, вот так вот, очень классно, смотрите. Прям вообще, вот эти ночные сорочки, они такие приятные к телу, девочки. При этом, ну, на мой взгляд, достаточно симпатичные. То есть не какую-нибудь там буточку, а такие... Прям очень даже, мне кажется. Вот такая же, девочки, только вот это вот, ну, такой темно-сиреневый цвет, наверное, да, можно назвать. Сидит она точно так же, просто та темная не так сильно видно, да.
Поэтому решила померить вот эту. Очень мне нравится, как сидит. Вы посмотрите, на тоненьких бретелечках. Здесь, то есть, видите, здесь можно и на большую грудь одевать. Вот, так что очень она такая миленькая, прям вообще, смотрите, класс. И также взяла вот такой комплект тоже 44 размера. Это маечка и шортики вот такие классные. Девочки, ну какое качество классное, мне очень нравится. Тоже верх идет точно такой же, как в сорочках, только она, соответственно, коротенькая. И тут шортики, которые вот такие высокие достаточно, на резиночке. Тоже очень качественно сделано. Вот эти все строчечки, все-все-все, мне очень понравилось. Поэтому вот советую, девочки, с огромным удовольствием вам советую. Очень классные. Тоже сейчас примерю, покажу. Девочки, вот этот комплектик с шортиками. Посмотрите, шортики вот такие удлиненные. Маечка точно такая же, также с бантиком, да, как фиолетовая платьица. Надо еще такой халатик, и получится комплект, правильно? Очень классно. Мне тоже понравились и шортики классные такие. То есть они как бы не сильно коротенькие. Очень мне понравилось, смотрите, класс, очень, и качество прям вообще обалденное. Также, девочки, я взяла себе вот такую сумку из, что это, хлопок, лен, да, я не знаю, что это такое за ткань, но очень классная. Я взяла ее для покупок. Я когда забираю ребенка старшего со школы, ну, я, кто смотрит мои влоги, тот знает, я иногда забегаю там в магазин что-то по мелочи купить. Очень хотела вот подобные такие сумки, чтобы... Ну, положил сюда немного покупок, потом, если что, бросил, постирал и так далее. Можно на пляж, мне кажется, с такой ходить. Можно и просто ходить куда-то. Идут вот такие длинные ручки, то есть она будет, можно на плечо, да, и внутри вот так вот все это сделано, да. Вот написано «Сумка городская». Вот. Так. Сумка городская 38 на 32 на 1. То есть она такая, видите, маленькая, лес. Но мне очень нравятся такие вещи, потому что эти пластиковые пакеты, они, ну, как бы уже надоели, честно слово. Поэтому я за то, что за вот такие сумки, чтобы взял туда, ну, что-то мелочь, там, не знаю, сметану, хлеб, булку, там, купил, положил сюда. Да и просто, вот можно там, не знаю, с мальчишками до пляжа дойти там или просто куда-то пройтись. То есть классная сумочка, очень классно сделана. Я люблю такие вещи. Кинул, постирала, вот такие хлопковые, и все отлично. Ну и немножечко у меня товара для дома. Взяла я два вот таких полотенчика в ванну. Кто смотрит мои влоги, помнит, что я сделала там ремонт. Мы сделали, да, муж точнее сделал, правильно так сказать. Вот, и я вот такие вот полотенчики для ног. У нас там теплый пол. Ну, вот вылезти из ванны, чтобы не было скользкий кафель, коврики я туда, соответственно, класть не буду, а вот такие вот штучки для ног очень-очень-очень классно. 100% хлопок, размер 35 на 60, да? Вот, вот такой вот классный такой темно-зеленый цвет. Он потемнее, чем сейчас передает камера. Такое полотенчик, но очень оно такое прям добротное. Также я взяла для кухни, но для кухни полотенчиков много не бывает. Два вот таких полотенца, очень мне понравилась расцветка. Одно вот такое, посмотрите, какое милое полотенчико для кухни. Ну просто, это же даже не полотенчико для кухни, это шедевр. Прямо вот такой чайничек, чашечка, вот такое, ну, пирожное, да? Время для чая, я так понимаю. И второе вот такое. Полотенчика синенькая, тоже мне очень понравилось, с такими чайничками, ну, тоже классная, вот, обычное вот такое полотенчико, очень симпатично, на кухню полотенц кухонных много не бывает никогда. И последнее, что я вам покажу, это вот такое постельное белье из сатина. У меня это двухспальный с европростыней. Но расцветка его, боже, я когда увидела, мне просто... Ну, я обожаю подобные вещи. Вы посмотрите, какая прелесть, девочки. Ну, оно может как бы и детское использоваться, может обычное. Но вот мне оно очень нравится. Сейчас я распакую, девочки, разложу, покажу, какое оно. Оно классное. Вы посмотрите, какое оно классное. Милое, очень милое постельное белье. Ну, прям вообще обожаю такие вещи. Вот разложила, девочки, постельное белье. Как оно мне нравится. Вы себе просто не представляете. Вообще обалденное качество. Просто на высоте. Оно такое, как шелковистое слегка.
Очень классное постельное белье, девочки, вообще супер просто. Значит, оно идет внутри вот такое зелененькое, получается, простынь зеленая в цветочек. И вот такие подушки, да, идут. Смотрите, какое. Ну, класс. Вообще классное постельное белье. Мне очень понравилась расцветка, девочки. Вообще обалденно. Ой, слушайте, вообще класс. Для девочек вообще супер. Очень качественно. Очень. Вот постельное белье вообще огонь. Это у меня сатин, девочки. Очень классная. Смотрите, какая красота. Ну, красота же ж. Смотрите, какая милая. Ой, девочка, единорожка такая. У меня как раз такая в гардеробной подушечка розовенькая лежит. И к ней вот такую вот милоту. Обожаю. Я вообще обожаю с детства мягкие игрушки, девочки, вообще. У меня теперь будет вот такой единорожек. С этой стороны он желтый. С этой вот такой. Ну, посмотрите, какая прелесть, девочки. Ну, это же мило как. Вообще. Он такой мягенький. Это подушки антистресс, насколько я понимаю, да? Чудики, единорог, игрушка. Ой, слушайте, ну это такая прелесть, милая. Ой, ну вообще. Милота, милота. Нравится мне очень. Даже хвостик такой есть. Очень классно. Я, девочки, осталась очень довольна всем заказом. Мне безумно нравится. Мне нравится качество трикотажа. И постельное белье, и одежда. Очень все нравится. Не знаю. Я ношу с огромным удовольствием, и с огромным удовольствием носит вся моя семья. Так что я рекомендую. Ссылочку на этот интернет-магазин я оставлю вам внизу в инфобоксе. Так что переходите, смотрите. Но я прямо очень советую. Вот. Ну и на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую, до новых встреч.